Итак, сегодня в Карачаево-Черкесии завершаются последние приготовления к 9 мая. По традиции, наиболее массовые мероприятия на День Победы запланированы в республиканской столице. В 10:00 в Черкесске состоится праздничный митинг-парад, посвященный 79-й годовщине Великой Победы, который будет транслироваться в прямом эфире нашего телеканала. Затем на Аллее Героев в Парке Победы возложение цветов к огню вечной славы. Продолжатся праздничные мероприятия в парке «Зеленый остров», где будет организован настоящий солдатский привал, а все желающие смогут отведать солдатской каши. Праздничные концерты 9 мая пройдут на аллее по улице Даватора, парке РТИ и парке столетия Карачаево-Черкесии. Из каждой из этих площадок мои коллеги будут в течение дня выходить в прямой эфир, рассказывая о ходе праздничных мероприятий в Карачаево-Черкесии.